А я натурально приветствую вас, и мы продолжаем проходить игру «Корсары. Город потерянных кораблей». В прошлой серии мы нашли клад на Каймане, и в этой серии у нас попутчики, Кэп. Вот. Также нашел несколько кораблей с целью получить с Манавара крупнокалиберные орудия. Но мне это не очень удается. Вот я тут за кадром сделал несколько попыток. И вот многократными перезагрузками вот у нас компаньон. Интересно, что два корабля в эскадре, скрытность прокачана на сотню. Вот видите, Даниэль отстает по уровню, потому что поздно она досталась, то есть у нее 30 уровень, а у Хэмфри Дугласа уже 55. 55 уровень у Хэмфри Дугласа. Это ж просто такие вот запредельные уровни уже. Уже скоро у него уровень тоже не будет качаться, как и у Джа Престона. То есть офицеры прокачанные чуть ли не до упора. Так, и теперь тут суть в чем, что скрытность у нас 100. У нашего компаньона капитана тоже 100, и все равно вижу вымпел, и все равно вот остается риск обнаружения. Сойти за друга не удалось сойти за друга. Хорошо, что у нас рядом с Манаваром пленных не брать! Пришлись эту мразь! Значит, что нужно переиграть. Кошки, я надеюсь, борту, что все-таки пушки будут брать. У него 40. Они... Так как все мои
бардаш. Вот вам такой вот рандом в этой игре, все-таки моментами рандом решает очень многое, то есть вот успех, исход какого-то события очень от рандомных алгоритмов зависит. Не буду искать правильно, лучше кираса из всего, что может быть. Так, абордажник, абордажник. Ага, 16. Главное, что теперь хватило нам экипажа. Так, а почему мы не можем тебя обыскать? Странно. Во! Еще экипаж у нас остался. Надеюсь, что нам удастся захватить. Так. На. На. Ну, то есть вот и отличная подзорная труба. У него рандомно выпала. Отличная подзорная труба, жаль, что не эксклюзивная. Что у нас здесь? Вино, зелье. Ничего интересного. Да, да, 42-й калибр, это удача, это просто вот удача. Почему? Потому что мы взяли квест на поставку орудий, это отличный мановар, просто вот 11 тысяч корпуса. А, если его отбермудить... То есть, вот если даже отбермудить и не на фрегате улучшить скорость, как я вам анонсировал это в прошлых сериях, а вот ему прокачать скорость, то есть, после бермуд это будет плюс 20%, где-то на 2 балла, то есть, 12 будет скорость, ну и плюс треть. Плюс 4, то есть можно апнуть с помощью бермуд и еще кое-какого способа, о котором знает Рейн. Да, можно апнуть где-то баллов до 16. Показатель скорости. Что для первого класса будет очень неплохо. Вот, но... И даже запасные пушки. То есть у него 92, 92, 92 штуки, еще 2 штуки в запасе. Это же замечательно. Ну, то есть... Мы захватили отличный корабль. Просто замечательный. Сколько тут с учетом перегруза? 1038. Ну, это можно форты брать с лихвой. Нам этого хватит.
Так. Главное теперь, чтобы игра не вылетела. Назначаем капитана. Назначим мы Гэри Недлера. Так. Аж 166 надо человек. Ладно, я постараюсь. Хорошо, 300 человек возьмем, 70 человек оставим. Парусина, лекарства, так, провиант. Провиант можем. Так, провианта возьмем. Отлично. Хороший запас снарядов. Так. И теперь нам нужно сохраниться. Да. Вот такой вот захват. Открытое море. Ага, вот и тут мы можем команду заимствовать. Так. Отлично, замечательно. Так, уплываем. Уплываем. Мы тем временем не брать! Надеюсь, что он сам... Нет, он не сдался. Давай! Любое больно! Так, это не зажигал. Так, мы через... О! Ползи, откуда явился! Вражеская ракета такая вот их подрая. Условность, недоработка, я бы сказал. Так, это удачное сражение. Где мы отправили Галеона.
сейчас мы получим и его. Так, тела исчезают. Со временем это прям мечта для Чикатило. Вот и все. Девушки. Всего-то 2000. Не густо. Большая жемчужина. И тут, а тут маленькая жемчужина. Прям как по расписанию. Так, полотно, элерум, доски, парусина. Ничего, ничего интересного особо. Провианта отдадим. Назначим капитана. Казначей. Давай. Давай тебя. Змея и смотрим. Сейчас. Неужели наш Галеон вообще Галеон хана? И офицера мы потеряли, соответственно. А если не брать!
стражника. Ну, то есть надо посадить, точнее, не абордажника, а уже нашего компаньона на Галеоне. То есть вот, посадить какого-нибудь офицера. Хороший, и ему вот обидно. Но тут вот у меня есть кинг ушан такой. То есть мы идем в триум, и мы говорим с вот что этим. Делать, что же мне теперь делать? Предлагаем ему стать офицером. Я уже так понимаю, что вы поняли, зачем я это сделал. Именно вот за этим. Ну, то есть мы просто собираем все. Самое ценное с корабля. Ладно, посуждено ему погибнуть. Звонят мне. Всегда. Всегда кто-то может звонить. Запись. Да. И его снимаем с должности и назначаем вместо нашего новичка. Не брать! Берем на абордаж этот корабль. Ха! Кому бока ломять? Только покажи! Это всего лишь твой. На тебя мне не хватает на мелкие кусочки. Здравствуйте.
тут упорствуешь. Я бы на его месте остался. Потому что я не такой прокачанный. Корабль, команда. И тем более прокачанного капитана в моем лице. Пустить довольно-таки трудно уже. Так, ну, что можно сказать? Очень хорошие показатели у него по команде. 347 это почти предельный показатель по команде, но плохие показатели корпуса, скорости. Не 16, маневренность даже не 40. Что примечательно, только вот заслуживает внимания это показатели команды. 347 человек на один фрегат. Так, лекарства, провиант есть. Кого назначим капитаном? Вот тут никого не хочу терять из них. Да и корпуса маловато. Вот маловато корпуса. Его ж потопят. Скорее всего, у него участь именно такая. Ну ничего, мы хотя бы доски взяли. Ладно, возьмем уж лекарства, оружие, провиант. Пороха чуть-чуть. Так. Припасы. Угу. Ладно. Топим. У нас в компаньонах. Так, медленно. Их не брать! Ты сломлен! Сейчас тебе будет кто-то умрет. Бой будет недолг.
прошлый труп я набрал под горло. Мы не имеем возможности делать бумажный патрон, то есть замещать город. Эта возможность у нас появится с конца каждому свою. Заодно мы обыскиваем капитанский сундук. Вот его обыскивать нужно обязательно, потому что может попасться золотой ключик. Все-таки надо выложить парочку обзорных труб. Смотрим, что у нас здесь. Плохие показатели команды. Плохие показатели команды. Их хорошие показатели всего остального. Корпус почти 5000. Почти 5000. Так, назначаем капитаном. Или все-таки, я не знаю, боевой корабль. Пытаться захватить или нет. Так, давай-ка мы назначим вот этого вот офицера. Гад, змея был захвачен. Так. У нас остается здесь тяжелый галеон, был потоплен. Ага, то есть мы вот так вот потеряли вот этого. Так, Бриг тоже потоплен. Я думаю, на этом чудесном моменте нужно сохраниться. О, так как... А где у нас испанец? Испанец далеко. Так, испанец далеко. Мы можем попытаться отхватить боевой корабль. Перемещение команды. Вот таким вот образом. Так. Перемещение. Так.
Так. Теперь сменить флаг. Допустим, на Францию. Сохраняемся. И доплыть. Юзаем маневренный поворот. Перезарядка. И нажимаем доплыть. Кошки к бою. Пленных не брать! Очень неудобный персонаж, он нам мешал все сражение. Ну вот, все. Так, не забываем опускать главный сундук. Отлично, еще неплохо команды так осталось. Так, черное дерево. Одежду ему, полотно ему. Черное дерево нам. Так, Эль ему, ром нам и черное дерево нам. Масло ему, рабов, наверное, рабов надо нам. 400 рабов, это серьезно. Это серьезно. Может быть восстание. Может быть восстание рабов. Так. Парусина, доски. Парусина. Так, отлично. Отлично, отлично. Назначить капитана. Вот такой вот корабль первого класса, ну, по характеристикам тоже неплохой, но не самый лучший. Тут 32-й калибр максимальный. 32-й калибр максимальный. И что тут можно сказать, что мы успешно захватили все.
всю эскадру. Просто разгромили. Налетели, разгромили. И захватили всю эскадру без потерь. И, ну, почти всю. Тут остался из испанцев один брих, и то, который нам не... Не сможем мы его захватить, так как 5 кораблей в эскадре — это максимальное количество. Но если мы даже попробуем его сменить флаг, сохраниться, да. Неплохой мановар. Мановар очень даже достойный. Мы вот тут вот команду переместим всю, так как у нас рабы. И не хотелось бы, чтобы они подняли восстание. Очень не хотелось бы. Так. Ладно, красное дерево забирай. Перемещение команды. Пускай будет 315. 48. Перемещение команды. Ну, тут везде по нолям у нас в нашей эскадре. То есть мы всю команду себе. Так, ну попробуем. Попробуем эту тему с испанцем. Как же замечательно, что сойти за друга не удалось. Ну ладно. Правый борт готов к залпу. Куда подальше. Он понимает, что с нами тягаться тяжело будет. Так. Зарядить канипелями есть, капитан. Такой финт. То есть вот заряжаем канипели, подплываем ему, даем урон по парусам. Ладно, ну его теперь важно какое у нас ближайшее поселение. Теперь важно, чтобы не было восстания, чтобы не было восстания. Три штуки красного дерева. Так. Сохраняемся. Что, забыл поднять флаг? Флаг. Нужен флаг. Да. Если удастся нам причалить, это будет большая удача.
нас попутчики, Кэп. Ну, естественно. Ожидать чего-то другого. Я думаю, было. Несколько неразумно. Хотя... Чего я вот пробую? И всегда получается, всегда нас распознают. Всегда нас распознают. Неужели придется... аж до Санто-Доминго чесать? Ближайшее поселение Ла-Вега, где мы можем приобрести испанскую лицензию. Испанскую лицензию. Опа-па-па-па-па-па. Как хорошо, что нет восстания рабов. Рабы его только не было. Так, вот мы удачно доплыли до Санто-Доминго. Так, этот корабль на продажу. Вот змея даже не знаю. Вроде бы неплохие показатели скорости корпуса. Но... плохие показатели. А на этом все. Сегодня мы захватили удачно эскадру. Вы можете видеть этот весь процесс. Мне удалось все это заснять. И мы продадим рабов. Так, заглянем нации. Будет Голландия, то есть мы сохраняемся. Понятное дело, что нас распознают. Нам нужно в Ла-Вегу быстрее. Доминго, Ла-Вега, да, Ла-Вега. В Ла-Веге мы идем в таверну. Желаете стать уважаемым гражданином? Могу устроить, и весьма недорого. Здесь лучшее место для отдыха, клянусь вам. Thank you.
ли мы можем... Значит, порт. Кстати, не было там в таверне. Она закрыта. Не было в порт. Теперь мы можем спокойно войти в Лавегу. Точнее, не в Лавегу, а в Санто-Доминго. Причалить. Мисс Изабелла. Бухта Симана. Ага. Вот этот вот корабль. И что мы видим? Санто-Доминго. Санто-Доминго, отлично. Так, значит. Вот такие вот у нас дела. Такие корабли. Теперь восстание рабов уже не будет. Стоять! Что вы здесь делаете? Причаливаем спокойненько. Все. Что он хочет? Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Может быть, какой-нибудь пах. Ну что у вас ко мне, капитан? Товары на продажу. Так, понятное дело.
Красное дерево. Змея. А если медленный падеж, то все-таки змея. Ну, я думаю, что название, да, кораблей все-таки применительного падежа. Даже что с ним делать. Хорошие показатели маневренности. Хорошие показатели корпуса. Но мало команды. Ладно, продадим. Продадим этот корабль. Перегрузим боеприпасы. Так, все полезное. Подальше добавим. Ну что у вас ко мне, капитан? Получается, да.
20% от 40. Пятая часть. Это 8. Я еще тут единичку не учитывал. То есть будет где-то, да, под 50. Ну ничего, продадим. Корабль, так как команда, слишком маловато. Идем на верфь. Вот на высоких уровнях покупать лицензию стало не так дорого. Моя верфь в вашем распоряжении, капитан. Орудие. Верфь в вашем распоряжении, капитан. 300 тысяч мановарчик. Как вам цена? Этот 319 тысяч. Ну, можно продать. Продаем. Так. Змею тоже продаем. Вот. У нас почти 3 миллиона наличных. Следующей серии мы, наверное, сдадим квест 14 июля. Да, мы успеваем, заглянем на Бермуды, так как у нас на складе 124 орудия. И вот здесь у нас 92. Перков у нас не хватает, чего у нас не закрыто. Брандер и мастерский абордаж не закрыт, плюс не закрыты перки канонира и перки кораблестроителя. Так, корабел, соответственно. Чтобы, не знаю, сделаем из нее боцмана. Мастерский бардаш. У нее мастерский бардаш. Так.
закупиться. Продолжим мы в следующей серии.